Ну, без того, кальяна меткость. У моего дека вообще 6 меткости. А мастерство не важно сейчас какое, да? У меня капы на всех собраны, типа, ну, по шаблон. То есть 26. А, ну, давай, меткость. Смотри, ботинки СРС, да? Да, у меня СРС ботинки. Хорошо, сейчас я надену. А шлем нонсет? Да. Шлем нонсет, да, и штаны на мастерство. Там получается 32 мастерства. Ты теряешь 30 выносливости, но, ну, получаешь капли. Стойте, все. А колье какое, с меткостью? Ну, у меня стоит на броне, но можно и на меткость ставить. У меня на ДК 6.01 меткость. Ну, промахи есть, но не на пуле. У меня меткость 7%, мастерство 40. Чё, что, как-то за репу нету? А вот на две камни просто стоят, да, на мастерство? Да-да-да. А, я еще не чекнулся в БДК. Хорош. У тебя что, кстати, кольца за репу нету, да? Не. Че, на танка профит на кольцо за репу? Оно же прокающее, на танка все, что прокает, это фигня, разве не так? Не, офигенное кольцо. Нет. Топ кольцо. Номер один. Может пойти камни перебить, пока есть время или нет? Да ты ж возьми. Можешь. Какая разница. Три хила там есть тут. Ой, слышь, приказ дадут ГП. Че ты переживаешь? А, у меня нету. Блин, надо два окна заходить, камни делать. Сортанчик, командиры вытаскиваем. Зачем тебе эти камни? Тебе хилит три тела будет бисовых. Да не, это херня все. На хильте васаба только. Я иду пару минут. Ой, еще врываюсь на что-то этим друлем. Жесть. Это Олег, пошли со мной, если ты здесь. Идите агрить в ту кочку. Давай, Олег, тяни, я возьму пачку все на себя. И тяни, главное. Кто-то из хилов подойдите, хильните там их. Только не все. Я захилю себя. Пачку ко мне бери. Знаю, сейчас, сейчас, сейчас. Хильте меня. Удар смерти, маги. Надо вообще ее сзади ударить все. Первый. Какой? Дайте рост. Смерть или в сердце? В сердце. Не, не надо скачивать. Когда танчил, я всегда его юзал, когда все на КД было. Оно для трэша хорошо, а так на боссах оно где. Тогда ударом смерти отхиливаться не сможешь. Лучше на нее все время тратить. Вообще-то удар смерти и удар сердца, они разные. Их можно прожимать вместе. Удар в сердце — это отдельный талант, нужный. Вот, у меня он вкачан. Ух ты, да. Ну тогда ты не сможешь захват рун щелкать. Ладно.
У Света, ты раньше хилил RS-25 гир? Да, он хилил уже с нами. Это кого лучше, Свет, как считаешь? Я не знаю, просто тут коробка Пандоры. Я тоже не знаю. Свет, это ты... Наверное, МД будет уже, МД точно хилил, Русы, не знаю. Поставьте МД во тьму, он там танка нормально держит. Давай. А Русвет, ты хилил Свет, да? Почему он пишет, давно не был тут? Уже опасно. Так может быть все-таки... Это, может быть, я все-таки останусь во свету, так как во тьме там одного танка оверхилить и все волной. Пока туда идти... Пусть Русвида тогда во тьму поставь. На третьей фазе там надо и отбежать, там огонь, одно другое. Сейчас его еще эти мобы пожрут, то пиздец будет. Там вроде попроще, сидишь в куче и хилишь. Два пала, Джелли, сейчас тебе пала. Друидом бафы кулак там. Палер танчил. Два. Да, без бафа на МП, кстати, фигово будет. Устоит стол. Там, кто в свету будет хилить из шаманов, можете ставить КТМ, ну, КТМ на ману. Все равно там не нужен исцеляющего потока в свету. Будет тут. А не лучше огонь? А, ну да, тогда нужно, тогда нужно. Войда нету, давайте начинаем тут из ВДК. Начинай, Элик. Сейчас. Начал, да? Это на меня вы напуливаете, да? Я один. Я один раз нажал ЛП, на меня согрелся босс. Первый сагрил не ты, разве? Нет. Вот я наплюнул на того, кто сагрил. Как и должно быть. Сорвал. Да нет, я не забрал вовремя. Шипаем, блядь. Марат хорош. Хелион будет доволен. Чё, ГП Марату? Голду даст на ремонт. Можно не давать, наверное. Так, давайте. Смотри, он первый по ПР на плащ, может понизить его, не знаю. Он слишком веселый. Не, ну там нихуево надо понижать. Давай, братан, чё, основу, Олег, ты первую копию, я вторую. Ты, главное, смотри перед разделением, прожми незыблемость, потому что тебя не откидывает, и копия, пока ты встанет, я у тебя. Дайте бафы. Кулашка. Что ты сказал на копию? Перед разделением прожми незыблемость, потому что пока ты будешь в стане, все, весь рейд будет в стане, копия будет тебя бить в это время. Я понял. Если ты не прожмешься, она тебя убьет. Ну, вероятно. Начинаем. Цирк приехал. Крикните на ХП.
кто сейчас крикнул? Я. Блин, как можно в фурике не ставить маленький символ на крик на хп? Это же, блин, бред вообще, по-моему. Как, блядь, можно вообще фуриком играть? Понятия не имею. Вдвое сильнее страдания! Не знаю, я первую секунду не прижимал на землю, если меня никто не бил. Нет, перед разделением, перед следующим. Ты понял, он же при разделении весь рейд станет. И тебя в том числе. Но копия тебя продолжает бить в это время. О, она сейчас затупок, потому что я прожал сейчас незыблемость. Бля. Вот об этом я и говорил. У нас копия бегает, алло. Ну потому что с меня не ту копию забрал протанчу. Бля, я подумал перед первым разделением. Я же еще конкретно тебе писал всю эту ситуацию. Я понял уже. Спасибо. Изи. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Изи. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Дайте бафы по хантам, ДК и магам. Мы даже не услышали, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Рыба стоит. А там руководил кровожадный Заритриан. А что такое очередь на осколки, как это все происходит и тому подобное? Через постель. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего. Подай заяву в группу и напиши ник свой в теме. Тебе проще, ты в одном городе с Миланом. Кристобал. Слава, крещи на хп, потому что в Эргиле нет символа. Чуть-чуть я тяни еще. Слуги, обратите их в пепел. Идеален, ты читаешь? Ну, я уже отвечаю. Ты какой... Мне потом скрины скинуть, что... Ладно. Маковей, бьешь правосудием света, чтобы хилиться от босса, и ставишь ауру сосредоточенности. Если она сейчас стоит, уже отходишь от рейда в сторонке, ставишь и возвращаешься. Первая пати тьма, первая пати тьма, все остальные свет. Только первая пати ДД тьма, все остальные свет. По танкам паралайз танчит тьму, по танчу свет. Васап мелкий трэш, три ханта и рога напуливайте мелкий трэш на васапа. Четвертая пати, кроме демона, остаетесь добивать больших. По хилам МД и Айоши хилите свет. Рус, свет, банановый и Маратгас, хилите тьму.
по инерам. Совы, заливайте на второй фазе ману рус, иду на третьей фазе МД. Бомбочка, всегда заливаешь МД. Я залю там, посмотрю кому. Русвит и во тьму в основном хилишь танка волной исцелений. Цепуха не надо. Ёжик, бьешь на третьей фазе обязательно взрывом. То есть, чтобы висел палец, прикосновение вампира на цели, и бьешь по этой цели взрывом, пока ты подиспелись. Можешь еще, ёжик? Не попаду. Что? Ну, у нас выбор небольшой. Ну, не попаду я сейчас. Да вон там маги, блядь, совы, чего вы паритесь? Зинаида, подиспелишь ты. Поставь плюсик. Джейрин, помнишь, о чем я тебе говорил? Ты о чем? Ну ладно, это комическая ситуация, потом напомню. Какая гомическая? Комическая. Там по звездопадам на третьей фазе между собой там разделите совы, кто под какой рыж будет болеть. Чек на готовность. Ладно, ваш использовать эту способность. Что-то меня. А, вижу, если нормально. И еще группу, пожалуйста. Бибо, подъедь сюда, я тебе крикну. Обновлю крик. Слава, обязательно перед заходом крикни на ХП, так, чтобы достало бомбонка. Это увеличит наши шансы на убийство босса. Да, подойдите ближе к центру, где я буду стоять. Чё там, Богдан? Да я убисал. Все готовы? Начинай. Ну, не совсем хорошо. Давай немного выровняем сейчас. Все. Дим, ну ладно, я просто думал, нормально. Беги, малышка, беги! Будет метка. Перебежали. Было уже нормально. Селф. Селфи шмаром метка заливать тоже. Не забывай, можно прожимать и на первой фазе, когда заходишь во тьму, да? Да, перебежали. До тьмы не откатится на первой прожим. Не, он имеет в виду, что в свету и заходить потом, да, так можно. Даю крик. Попал в осад? Я не знаю. Да. Так, заходи сразу. Подходи уже, рейд стоим, ждем. Зашли рейд по тьму. Нормально стоит? Да, нормально. Вы можете чуточку, чуть-чуть совсем от нас отвернуть, от нас и на себя шажок. Все, я чуть-чуть от нас отверну. Да, да, все хорош. Бей взрывом. Маковей, на третьей фазе кидаешь фридом и хилам. Только хилам, если будет. Маковей, метка. Остальные ханты выпрыгивают, вары чаржатся, заходите стабильно. Таргарин, прожимаешь низы, какие
АМС. Если две подряд, то на вторую прожимаешь незыблемость. Сейчас ближе к морде метку, в повороте. Белиссимо. Сколько там процентов? 57. А сказал белиссимо? Да я не знаю, он же итальянец там будет. Это же на итальянском, ёжик меткой. Uh-huh. Не, ну идеально он вынес метку. 52%. Мне сейчас было 6 кхп, а мне плохо. Ну, бывает. Бьем пока босса. Бьем. Поехавший метка, выходим в свет. Диспел. Алло. Марат. Марат Газ. Давай быстрее выходи. А ну кто там все? Все, давай в свету рост. Конскюрет. Перебежали. Уже нормально, ежик метка, во тьме дали рост. Во тьме рост. Свет только трэш бьем. Растут, растут. Растет. Вижу, вижу. Где-то метка. Не, перебежали. Потом поднимем. Ёжик, метка. Маны, дайте МД. Маны, МД, дайте. Залейте маны. Сейчас я тоже залью, как каждый бьем. Расскажи, когда растерик давай. Беги, малышка, беги! Надо было при выходе давать. Ну давай сейчас. Свет не бейте. Не, можно перебить, перебежали. Я думаю. Ложа в рейд, ложа в рейд. Кидай фридом. Бля. Конскюрит, подними бомбочку. Падаем. Как дела, Джерион? Нормальный ДПС хотел. Да, не, это, блядь. Не в этом дело. Да, я ману залил, а забыл потом в форму медведя зайти. А вот так тебя сильно прожимал. Да, сорян. Лол, кстати, форму танчил, что ли? Ну да. Ну, поздно заметил уже. А то я, походу, я, а ёб... Ну... Короче. Это как про товаром без щита тончить. Это хуже. А сколько меткости у вора должно быть? 8. 5% это мало? Ну да. Вот еще есть. А что там по захилу меня там? Что, сколько я хилю по себе? Удар смерти 232 тысячи, захват рун 61 тысяча. Нормальный. Даже очень. Ну что-то пробивает. По скилл, короче. Так твой захил не зависит от того, как тебя пробивает. Да не, это так. Не взаимосвязано. Он просто сказал, что пробивает сильно. Ну он всех вроде танков пробивает. Да-да, всех пробивает. Так, ну-ка, сам чё это там?
Я же говорю, кольцо это есть у вас, аба. Они мне говорят, нет, нет, это, блин. Какое? Ну, какое? Вот это с броней. Ну, либо оно, либо с гниломорда с мастерством. Десятки, да? Нет, у нас 5 гир. А, ну. Мне с кораблей нравится, блядь. Повороти, ёжик. Сейчас, одну минуту. Гуглишь итальянские слова? Ну чё, мангуст топ-чарка, да? Ну, я не знаю, вытягивание крови я не пробовал. Тут два выбора, либо вытягивание крови, либо мангуст. Там проседать надо. Все готовы? Зашли за линию? Кричу на хп. Начинать? Начинать. Бомбочка. Перебежали. Близко метеор. Уже в рейде. Метка. Прибежали. Уже бреет. Замедлен. Зинаида Павловна, подними банановую. Поехавший метка. Диспел, диспел, алло, диспел. Чё это? Бля, падает. Бомбочка, подними меня. А, падает. Третий метеор. Третий метеор, значит. Я только не понял, как я умер. Там три моба уже было. Ничего, я понял. Этот мир, сколько еще таких героев? Вам выпало честь. Не знаю, Керс. 52-47% Халиона. Галин. Где вы такие? 50. Бей Халиона. Поехавший, бей Халиона. Или ты трэш бьешь? Ну, у вас по 50% Халиона. Да может. У одного ханта 80% Халиона, у второго 56. Не, 47. Да, я думал, заебись, ханты и ДПС, смотри, охуенные, бля. В третьей фазе еще так прикинь будут делать. Хорошо, идет по танчу и все. Короче, реально убил. Даже мне кажется лучше рейд, чем тот.
Так что давайте. Вот раскол брони, брони что он дает? Броню снижает на 20%. Ну типа это для арпа, у кого не докап или что? Или я тупой? Арп не дает снижение всей брони. То есть просто больше урон проходит, типа, да? Да. Да. А, это нормально. На 20%. Ну не на 20%. Да, я шучу. Там где-то 5-10%. А истерилеша дает? 20% себе. В общем, 20% урона. А истерия с нампулом стакается? Да. Все готовы, зашли за линию. Начинать. Магическое оружие на КД. Там вряд ли с тебя сэрву там напулили, видно. У тебя 400 кровь уже. Где эта метка? Перебежали. Отойдите, отойдите, ло. Зен напал на метку. Видел, Шанон? Что такое? У меня в луже прилетело. Сейчас опять прилетело. Это ГП. Очень долго. Заходи сразу. Да. Рейд зашли. Чуть-чуть отверни от нас. Еще чуть. Угу. Там, блин, мышка зависла. Маковей метка. Ну да, нормально. А блин, ты это... Блин, сворачивай. Баху с метком. Заходите. Тут еще 200к. Добьете и заходите. Не заходите уже, не... А, шли уже. Будет метка. Сколько процентов? 53. Бьем по катабусу. Будет метка, выходим в свет. Перед посланником смертокрыла. Святой рост. Маны, походу, мне не дали во тьме. Нет. Залил тебе. Уйдите. Идите от босса. Перебежали. Вы уже в рейд. Право. Во тьме рост дали.
Сука! Падаем. Чё? Там. Там. Что ли не знаю, ты... Ты бы экономил туман, ведь я не радаю. У тебя оно куда-то в никуда. Да, там... ну и просто... Да я просто возьми... на первое не оверхил, пиздец. Зачем типа шаману, который... Ну, выходит в свет, напрягаться во тьме? Я там вообще не хилю, так цепак через раз кастует. Ты просто не видишь, что там творится по хп. От этого и так хилит, тупо цепуху. По КТ, потому что проседает, там всегда рейд на пол хп стоит. Наверное, надо на холи пристазы. А, блять, КД. Блять, ну хули не смешно, что ли? Сильнее хилы. Сильнее хилы, говоришь? Говорю, чтоб хилы сильнее хилили, потому что не хилили его сейчас 2 секунды. 15 груды на починку. Ну там холиприст почти редру догоняет. А русвит вообще 4.9. Смотри, вон хп. Тут сейчас в свету умер танк. Чё, про чему ты говоришь? Да там все взаимосвязано, понимаешь? Дайте этого. Да, мамонт. Чем-то поставьте. И тут внимание, предлагаю спекнуть третьего хила в свет. Не надо, сейчас все будет. Так ДПС не хватает. На ДПС. Быстро. Каску под руину. Рост с пула дадим, блядь. Рик на ХП. Есть? Да. Тебя не слышно, если ты говоришь. Все, все готовы, за линию зашли. Не знаю, я ударил смертью зря, на меня трэш не идет. Или он не агрит. Смотря сколько идет. Да, тут три ханта. Попробую сейчас не прожался. Есть. Где-то. Перебежали метеор очень близко к Леону, смотрите, вы уже. Нормально уже. Не греется, заворачивает. Заходи. Рейд зашли. Если посмеете.
Cures. Моровинт, заходите, если ты били. Ближе к Морти поехавши. Диспел. Выбросил. 54. Бьем по кабус. Банановая метка, выходим в свет. Святой рост. Селфиш метка. Бежали. Во тьме дали рост. Ёжик миг. Левее, блин. Куда ты несёшь-то? Бля. Бейте трэш, свет. Ну, диспел. Перебежали. Свет, стоп, свет, не бьем босса. Не бейте свет. Повороте. Рус, вот выйди с меткой. Хильте его. Стоп. Банановый хили и парализа. Русвет. Падаем. Потом. Что у вас? Да я не упал. Ну, вообще они легко были. Я не знаю, что будет дальше счет выйти сейчас. Как вы упали? Кто упал? Я. Че там не хилят или что происходит-то? Мобы немного выросли. Значит, надо мацей заливать. Может, не баться немного назад оттянуть туда? Да не. Дайте еще раз мамонт. У меня есть, что тебе предложить. Спасибо. Yes.
сколько процентов оставляли, я вообще не сотрудник. Ну, в этом трое 24. Беда. Сейчас было далеко, могу подходить. Поехавших, что не хватает. Йо-йо-йо. Все готовы, начинаем. Войд, крик, не забывай. Русвет, Русвет, следи, пожалуйста, за своими дебафами. Перебежали под хвостом, не беги через рейд. Ну не беги, ну что ты делаешь? Ты совсем дурак, что ли? Сам встать можешь? Станешь, как мы перебежим. Не сейчас. Shadowmourne. Ну точнее, как метеор начнет падать, тогда можешь вставать. Все, вставай, перебежали. Усвет опять мог. Переводите. Ну хильте, хильте. Что это? Кунску. Падает, да? Ведьма. Чего, чекаем? Прогорен. Прогорен? Заходите, заходите все. Беги, малышка, беги! Сверни от рейда. Запомни рисунок на земле, Олег. Еще, еще. Я бы подумал, вы, короче, падаете. Что с Таргарингом? Чего не встает? Заходите. Я еще раз упал. Молодец. Как можно было от чего? Алло, алло, меня слышно? Зашел и немножко двинулся, прям под дыхание. Что МД? МД же в морде нет вообще. Ты выкинул мне. Ты в свету там, да? Заходи. Захожу. Как оттуда дать какие-то бафы там, не знаю, хоть что. Под друидом бафы дайте. Маковей. Каску под друидом. Бафт еще не помешал. Сколько там процентов? 57%, 57, 56. Да. Как выйдем, конскюрит поднимешь, Таргарина. Зина, пауз. Я высвету. Заходить? Нет. Будь уже, жди на свету. В свету будет тебе кулак. Дима, не тупи. Зинаида. Так, выходим, выходим. Выходим, выходим, выходим. Бля, сейчас метка будет. С меткой не выходи. Падаем. Ну, диспелит, блядь, метки. Когда человек выходит с меткой, автоматически диспелится. Там было очень много времени. Там было видно еще на полпути на нем метка. Зачем ты выходил в портал? Он не видел на себе метку просто и все. Козы, блядь, ну ёп. Давайте я скажу по поводу первой метки. Вот Русвет, ты выносил чуть-чуть не строго назад, а чуть-чуть, в общем, в сторону головы. Поэтому, когда тебе возвращаться, ты под мордой возвращаться не можешь, потому что он дышит.
через рейд ты бежать тоже не можешь, потому что там метеор падает. Ну, то есть тебе надо перебегать. Ты можешь только через хвост пробежать. А ты был далеко от этого места, потому что выносил чуть-чуть под голову. Выноси ее ровно назад. Меня захиливайте сильнее. Айоши, там... Ну, у тебя нету других целей для захила. Ладно, там еще на первой фазе БДК. Да, он меня фазе... в тебя свет небес. Я вижу. Просто как бы восстановление и тик фонтана света и мой свет небес это мне очень достаточно. Теперь поэтому как меня так быстро убивают они. Может, защиту надо собирать? Может. Что не хватает? Перелогнись, если у тебя там заблагался ДБМ. По полчаса не можешь метку вынести. Повороте, Бахус. Зинаида. Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Перебежали. Зинаида. Бежали. Кто там из миликов у хвоста с мелким? Вой, блядь. Ну просто сука, слов нету, блядь. На пуху я вот. Заходи, блядь. Один вихрь в ротации, блядь. Произошли. Ну сука, ты не можешь подождать, пока они все прибегут. Идиота кусок. Оттяни немного, есть, вернее, три. Чё обзываешься, негодяй? 200 его надо было класса бы. Стоит, блядь, любит, он растет. Да все, пиздец.
Где-то метка. Заходите. К морде сейчас несите. Выровняйте. Да. 54%. Ждем метку, потом выходим. Все, выходите в свет. Цвету рост. Моровинт метка. Перебежали. Во тьме рост. Свет метки. Только трэш бьем. Большой вреете, большой вреете. Голову задрать. Добейте большого. Хотя мне он больше покинул. Перебежали. Бьем не стопнем. Хил. Танка. На пол. Здесь пальте меня сейчас. Ну, рано. Дискал Бахуса. Ёжик, ёжик. Не спи. Ой, Зинаида. Перебежали. Смотри, у стены там метеор, лови его на бегу. Да, я вижу. Фейкаст метка. Ман МД дайте. Хильте, хильте меня. Сейчас залью после этого трэша. Босса не бьем, только трэш. Шадоморн. А, русый сам станешь? Где ты вообще лежишь? Под мордой. Да, если есть код ОБР, поднимите его. Уже поднял. Диспел, блядь, диспел. Стал, сука. Кавей, Маковей, дай каплю на меня сейчас. Разведу, иди во тьму обратно. Да, иди. Парализ на БДК. Иди, иди уже, иди, иди. Заходи. Добивайте трэш быстрее. Без дайте им на маму. Давай сразу, вставай, вставай, беги. Все. Не бьем босса свет, ждите. Где эта метка? МК. Русвет, блядь, ты зайдешь во тьму или нет? Русвет, ты почему не зашел, блядь? Заходи. Уровень метка. Давай, волну. Добиваем босса. Все, тупо добиваем босса. Перебежали. Добиваем босса. Для маны нет, значит. Босса.
в босса чисто. Прикаст метка. Большой, большой, ну. О боже мой, о боже, блять. Вы упали? Не-не-не-не-не-не-не. Бьем, бьем. Добивайте, пробуйте. Да добили. Сука, ну как так? Самый ответственный момент, блядь. Ну это было, да, жесть. Спарьте место. Что, некому диспелить? Он будет на дворе, конечно. Типа, бля, без шамана такие.